Дорогие друзья, с вами Джо Даффи, и сегодня мы будем записывать Boss Rush на игру «Паника в ресторане». Предыстория. Идет такой повар Джо Даффи, и на него фрукты падают прямо на бошку. И тут такой злобный Палка Палыч: «Да я тебя лучше повар, чем ты!» Понял? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И Джо Даффи будет доказывать, что он не хуже. Первый уровень. Заходим сюда. Пошли. Так, и мы пришли к первому боссу. Сковородка. Она же закипает. Ага. Хотя! На! Да вообще монеток не попалось, блин. Так, идем. Уровень второй. Суп какой-то. Ну, погнали, что делать. Так, теперь кому мы пришли? О, микроволновочка. На. Ага! Курицы. Больно. А. Есть. Уничтожили микроволновку. Так. Салат. Мы идем в салат. Надо все-таки отвоевать вот эту Палку Палыча. Видите, на лицо туда злобно носатое. Это он. Поехали. Так. Теперь мы кому подошли? О, блин! Какая-то, блин, раскаленная херня. Ух ты! Есть! Я молодец! Так, фиш, рыба. Палка Палыч еще не может понять ничего. Поехали. Так, кому там следующему пришли? Гамбургер. Нормально. Опа. Ага. Время кончается. Есть! Фу! На попе шерсть, пошли! Так, мид. Это, походу, предпоследний уровень. Палка Палыч в шоке нахер! Так, у нас босс мороженое, да? Так, ага. А! Так. Ну ты чё, сука, иди сюда! Есть! Так, идем десерт. Кто такой? Да я вообще не знаю, чему Джо Даффи охерел совсем. Пошли. Так, кто у нас там теперь? О, Палка Мастер Палыч! Welcome, Джо Даффи. Я тебя изнасилую, а лучше повар. Смотри на моих... Ого, чё? Меня видит Роджер. Я сильнее тебя, Джо Даффи, понял? Ты козел вонючий. Нет, я сильнее. О! О! Есть!
Есть! Ай, ой, что? Что со мной? Ай! Опа! А? Я живой или нет? Мы прошли игру «Панику в ресторане». С вами был Джо Даффи, это был Босс Рэш. Мы убили злобного Палку Палыча. Пока!